О! Активация. Цель занятия. Ну что, выставлю эту тренировочку на Ютубе. Всегда имеются люди, которые следят за мной. Им интересно, чем занимается автор такого огромного Ютуб-канала. Ну и есть, конечно, другая половина, которым все это непонятно, неясно. Ну и на автора начихать с высокой или с низкой горы, моста и так далее. Поэтому это для тех, кто интересуется. Ну, а кто заскочил на Шанель, так сказать, на канал, и им непонятно, что я занимаюсь. Как говорится, повышай свое образование. Итак, вес 400 кГц. Активация пошла. Аж у горбу нагрузка чувствуется. Пошло. Шестьдесят.
800. Будет и хватит. Thank you.
350. Итак, тренинг окончен. Я беру масло Тиграна, которое горчичное масло, в котором, значит, активный кремний, размешиваю и употребляю. Одну ложечку без всякого фанатизма и оставляю. Что я хочу сказать? Вы видели мою тренировку? После этих тренировок бывает, сердце выскакивает. Вот это вот попил, как-то у меня с сердцем стало очень хорошо. Пульс такой нормальненький, 72 удара где-то в минуточку. А мне-то тоже практически столько годиков. Так что тягаем, используем. Некоторые спросят, а чем это я занимаюсь? В интернете много видосиков, рассказывающих о том, что такое гравитационная гимнастика. Я занимаюсь ее разновидностью изодинамической гимнастикой, так что вы посмотрите, чтобы у вас не было каких-то глупых вопросов. В противном случае будет такая фраза. Интеллекты разные у нас, повышай свое образование. Ну что, я лично себе нравлюсь. Жизненный потенциал полегоньку, помаленьку возрастает. Я это чувствую и радуюсь.